Нет, а мне больно будет. Друзья, всем привет, и сегодня у нас снова челлендж в Adobe Me, который называется... Подписчики 24 часа управляют нами в Adobe Me. И с вами сегодня папа, дочка Ариша и... дочка Маргарита. Она сидит вон там, вот за вот этой зеленой штукой, которая у вас прозрачная. И сегодня подписчики в Дискорде будут говорить, что же нам делать. Давайте посмотрим, кем мы станем в конце. Потеряем мы все деньги и всех питомцев или нет? Хорошие денечки. С канал. Папа. И дочки. И первый вопрос звучит так. Переодеться нам так. Девочки в мальчиков. А папа в девочку. И теперь ставим реакции. Так, переодеться нам так. Девочки в мальчиков, папа в девочку. И какое голосование идет? Аришка, как ты видишь? Да. Сколько больше голосов? Больше. Вау, короче, 39 человек говорят нам переодеться. Ну что ж, начинаем переодеваться. Итак, я буду вот здесь. Пока я переодеваюсь, вы видите меня, потом мы увидим, что получилось с девочками. Но для начала я одену мою любимую юбочку. Вот у меня, ребят, есть юбочка простая, есть за $75, за 150. А давайте, у меня же денег много, я одену крутую юбку за $1200. Все, ребята, смотрите. Что, Рита? Переодеваться. В мальчиков. Да, одевайся в мальчика. И, ребята, вот, смотри. Ну, я просто красавица. Я милашечка. Папа, вообще, у меня даже ножки торчат. Тык-тык-тык. Надо теперь... Рита уже лысая, ребят, смотрите. Рита лысая. Так, теперь я одену платье. Вот такая я. Сейчас посмотрим. И мне, наверное, подойдет вот такой вот замечательный топик. Или что это? Ну, в общем, открытые плечи, открытый верх. И вот такое красивое, папа. Голову оставлю такой же. Давайте посмотрим, что получилось с девочками. И, ребята, у нас получились такие образы. Слева представляю вам, это дочка Ариша. Такая улыбается в очечечках. Справа с мечами это дочка Маргарита. Ну и посередине это дочь... это папа. Ну что, следующий вопрос. Какого нам быть цвета кожи? Какого быть нам цвета кожи? Черный, розовый, синий, зеленый. И уже пошли выборы. Черный, 34 голоса. Розовый, 11 голосов, да? Синий. 11, сколько Рите лет? 13, 14 голосов. И зеленый? 15. 44 голоса на черном. На черном, ребят, 44 голоса выбрали. Ну что ж, значит, мы сегодня будем в черном цвете. Черный цвет, так как будто Рита, Арина и папа сунули руки в розетку. Нас шандарахнуло током. Ну или мы камни. И мы вот такие вот стали черненькие. Следующий вопрос. На чем нам упасть? Посмотрите, ребята, где мы сейчас находимся. Те, кто будут сейчас отвечать, они не знают, ребята, что мы находимся вот здесь на вершине и что мы готовы грохнуться. Машина, ховерборд, просто так. И ребята начинают выбирать. Смотрите, тут смотрите, даже спор есть. Да, немножечко спор. Машина и ховерборд, да, спорят? Да. Кто победит? 34 ховерборда. Ховерборд пока побеждает, ребят. Да. А просто так тоже 13 человек считают, что надо шлепнуться просто так, без транспорта. Ховерборд побеждает явно, да? Да. Все, ребята, ховерборд, и мы на них сейчас будем падать и посмотрим, насколько это будет интересно. Все готовы? Давайте, девочки, раз, два, три. Раз, одна грохнулась, вторая... Смотрите, они ровно летят, я сейчас тоже. Машина переворачивается. А ховерборд нет. И да, я ровно лечу, смотрите. Вау. А, ты так покрутился. Вау. Самое безопасное падение на ховерборде. Получается, ребята нам выбрали самое безопасное падение. Спасибо, ребятки. Хотя бы за это. Это было круто. Папа в юбке на ховерборде катается. Черный, как смерть. Ну что, друзья, теперь очень жесткий конкурс. Мы будем знать, что происходит. Ребята в Дискорде нет. Они будут выбирать только да или нет. Сначала мы делаем это. И, ребята, теперь вы видите, что происходит. Вот девчонки поднимаются за мной. Мы летим к Луне.
мы летим как можно выше к Луне. И сейчас мы напишем, убрать нам флай питомца. Меня трясет. Или нет, где Ариша трясет, вроде нормально летит. Ты где, Арина? Догоняй нас. Ты должна быть с нами. А, вот она, Ариша, я ее потерял, да. Мы сейчас летаем на самый верх и напишем да или нет. Если ребята напишут да, мы убираем питомцев и со всей силы летим вниз. Да. Если они пишут нет, мы просто спускаемся на питомцах обратно вниз. Совершенно безопасно. Ну что, нет. Девочки, главное летите за мной, чтобы мы были рядышком. Все, ребята, посмотрите, какая у вас старишка подлетает. Ты там далеко от нас с Ритой. И сейчас? Вот, вон там вот где-то находится воздушный этот шар, воздушный этот замок, в котором зелья продаются. И мы вот на такой огромной высоте. Ну что ж, задаем ребятам вопрос. Надо ответить. Да или нет. И, ребята, я хитрые реакции поставлю. На слово «да» я поставлю папа с сердечком, а «нет» я поставлю плачущую Риту. Пойдет Рита? Плачущая Рита. Все, и как сейчас проголосуют ребята? Давайте смотрим. Да. Нет, ну может с сердечком, может ребята подумают, что мы хотим съесть тортик, да? Они да! Или подумают, мы хотим сейчас потратить 1000 рубаксов и получить кучу флазелий. Я не думаю, да! Уже 41 человек, да? Все, падаем. 42, да? 7 нет. Ну, явно победа тех, кто говорит «да». На счет 3. Раз, два, три! Вон дочки полетели, ребята! И я теперь за ними! А, нет, 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 нет! А, мне больно будет! А мне просто... Есть! Вот это да, смотрите, куда я попал. Вот это я полетал. Папа, девочка очень радуется. Рита телепортировалась. Ребят, мы попали на обычный сервер, свип-сервера. Теперь здесь куча людей. Возможно, сейчас подключатся подписчики. И мы сейчас будем Кстати, мы хорошо замаскированы, да? Только папу шляпа только выдает, больше ничего. И волосы. Риту не узнать, Арину не узнать, вообще не узнать. И мы будем сейчас спросим у ребят, что нам сказать. 4 варианта ответов. Ариша, читай, пожалуйста. Я папа, я дочка. Первый. И я сосиска. Второй. И я балбес. Третий. Ты я пукнул. Это будет еще один вопрос. Так, и здесь мы реакцию ставим какую-нибудь. Меня? Давай. Вот такую подмигивающую. Смотрим, что сейчас выберут. Что? 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 Смотри, что ребята выбирают. Рита, как ты думаешь, что они выбирают? Не знаю, я пукнул. Да. Они, вы зачем так делаете, ребята? Мы сейчас будем... позориться на сервере. Ну все, у нас выбора нет. Давай. Все, девочки. А мне писать, я пукнул или я пукнула? Ла. В конце ла. Да, бежим. Ну, я пукнул напишу, потому что я же как бы... А, мальчик, да. Да, смотрите, Арита написала, я написал. И... нас поздравляю. Сейчас, подождите, я к девочке подойду и скажу. Это моя мечта, она пишет. Я пукнула, она пишет, это моя мечта, Ирина. Я поздравляю вас с тем, что вы пукнули. А бизнес, что-то она не то говорит. Но, ребят, подарить папе. Первое. Один. Одно. Одно флайзелье, 3 флайзелья, 5 флайзелий. Да, я буду, ребята, давать через трейд. Все, что мне предложат в трейде, я соглашаюсь на количество зелий. Как видите, одно я точно уже подарю, потому что оно есть. Других выборов не подарю, я не ставлю. Ну что ж, реакцию. Итак, 1 флайзелье, 3 флайзелья и 5 флайзелий. Ребята хотят меня разорить. Нет.
Только нет. Нет, что вы... За что? Я сейчас сделаю 5 счастливых ребят. Ну что ж, идемте. Ну что ж, я подбегаю к любому человеку. Да. Вот подбегаю к девочке с дурацким именем. Кидаю ей трейд. Раз. Сразу перехожу в фуд и ставлю зелье. Неважно, что она мне Пони? Пони? Я... Она отказалась. Подбегаем. Вот эта вот девочка, наша подписчица Гренни, она просто подключилась. Так, кто мой подписчик? Сейчас трейд. Я кидаю трейд. Я твой не подписчик. Я не твой подписчик. Я просто кидаю трейд, ты не принимаешь. Дальше. Следующий. Вика Смайлком. Смайлком. А, Смайлком. Маленький. Первое. Я кидаю ей флай зелье. Да хоть что-нибудь в ответ. О, рай питомца. А. Ладно. Хоть что-то, хоть что-то. Да. Так, ну что ж, я соглашаюсь. Один. Дальше, подбегай к я этой считаю, девочке. Если что. Хорошо, давай. К этой девочке подбегай, кидай трейд. Тут же флайку. Маша, оч 10 кот. Очкот. Пожалуйста, любой предмет. Маша, любой предмет. Нет, не забирай просто так зелье. Нет! Два. Так, она отказалась. Ой, что? О, все, подарок. Она хотя бы дает подарок. Надеюсь, из него выпадет легендарка. Мы сейчас с вами, ребят, его откроем. Да. Все, все, хоть что-то есть. Да, это два флазелия. Так, давайте быстренько подарок. Вот этот она дала. Вскрываем, и у меня легендарка, да? Да. Курица. Курица. Легендарная курица. Бешеная курица. Тест на доверие пиши я ему даю флазелье, тест доверия. Ребят, о, что она пишет, пожалуйста, что пожалуйста, Алена Фокс, что-то Алена Фокс. Чувак, который писал тест на доверие, отказался. Так, Монофлай, и мне обезьяну дают, ультра редкую, банановобиль, отлично. Да. Отлично. Так, ну сейчас, если он соглашается, я соглашаюсь. Ну, конечно, за флай зелье... А, Алена, девочка, да за флай зелье это маловато. Ну, ребята сказали раздавать. Да, это какое уже? Три. Третья. Теперь вертящуюся Алену. Трейд Алене. Алена, трейд, тебе повезло. Алина. Ой, я неправильно прочитал. Алина, соглашаемся, даем ей флай зелье. Она райд пчелу дает. Пчелу, наверное, откажется. Не знаю. Флайзельку все хотят. Соглашаемся. Есть! Четыре! И последний. Давай, кто с драконом? Ну вот давай ей, короче, она блестящая вся такая. Мари, давай, на. И вот, MG3LOL. Дракон. Откажет. Она откажет, не он флайрает, она не согласится на флайзельку поменять такого дракона, я сомневаюсь. Потому что в этом драконе уже есть флай. И она... Ничего не происходит, ребята, мы тут уже сидим. Не, ну давайте считаем до 5, если она не соглашается, мы отказываемся и другому даем. 2, 3, 4, 5. Все, отменили. Ну что ж, давайте найдем еще какого-нибудь человека. Вон, девочка убегает, догоняем ее, догоняем. Быстро. Куда пошла? Она бежит как-то очень странно, кстати. Так, я кидаю ей трейд. Трейд кинул. Все, и даю флазельку. Фуд, флазелье, вот. Флазелье. Яичко. Так, она бежит, она не в шоке до сих пор. Давайте посмотрим сейчас за ее реакцией. Так, вот она бежит с яйцом. Вот она залезла в дом, да, в дом. Okay. Я соглашаюсь. Она соглашается. Пять! И давайте посмотрим на ее реакцию. Да. О, за нами уже банда подписчиков. Давайте, вот она. Да, у нее флазелька и... Какая у тебя реакция? Yes, да, отлично. Ну что, ребята, все, закончился сегодня челлендж. Нас пригласили в двери. Ладно, я зайду, что там, не знаю, происходит. И тут можно перейти вот сюда на крышу, походу, да? Вау! Ой-ой-ой-ой, не будем смотреть, ребята. Это будет в оценке, скорее всего. Вот это красотища, все, я туда не смотрю. Я выхожу из дома. Друзья, мы...
Тихо. Друзья, мы сегодня провели челлендж 24 часа. Да, подписчики управляют нашей жизнью в Adopt.me. Да, и мы стали вот такими, подарили, упали, всего. И все возможное. Да, все, что можно сделали. И с вами сегодня были папа. Я. И Рита. Тоня Маргарита. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.